Ольга Валерьевна, какова обстановка на сегодняшний день по эпидемиологии? Уважаемые жители Республики Саха-Якутия, санитарно-эпидемиологическая ситуация в республике остается напряженной. В соответствии с указом главы мы находимся в режиме повышенной готовности. На сегодня выявлен 201 новый случай коронавирусной инфекции. На столицу нашей республики приходится 89 случаев. Необходимо обратить внимание на наличие случаев 14,9 соответственно в Алданском и Нерюнгринском районе и на ситуацию в Мегино-Кангаласском и Мирнинском районах, в которых зарегистрировано 8,7 случаев. В 21 районе республики у нас зарегистрировано от 1 до 6 случаев новой коронавирусной инфекции. Учреждения здравоохранения и управления, и медики управления Роспотребнадзора продолжают работу как по выявлению контактных лиц и по работе с гражданами, имеющими клинические проявления ОРВИ и новой коронавирусной инфекции, для того, чтобы непосредственно не дать его распространению. Медики продолжают лечение. Необходимо обратить внимание на тот факт, что сегодня основной задачей органов государственной власти, органов местного самоуправления, штабов, организованных в режиме повышенной готовности, которую возглавляют главы улусов и главы наших городов, является обеспечение безопасного проведения с точки зрения санитарно-эпидемиологических правил наших новогодних праздников. Новогодние праздники, которые пройдут в режиме ограничений, установленных соответствующими указами главы, как в детских учебных заведениях, так в школах, так и в наших непосредственно учреждениях культуры. Наверное, это сегодня базовая позиция, которую должны обеспечить власти. Сегодня на заседании оперативного штаба, который проходил на моем уровне, приняли принципиальное решение о том, что непосредственно все дети, которые выезжают в районы на каникулы, они, соответственно, также будут подставлены как под педиатрический медицинский контроль на территории выезда на место каникулярное в пределах республики и, соответственно, значит, соответствующее медицинское наблюдение им будет проведено так же, как и летом. Ну и кроме того, до, значит, конца недели Министерство образования должно будет разработать порядок безопасного выезда детей к своим родителям из интернатов нашей республики. Не только по линии Министерства образования, но и Министерство культуры и Министерство спорта, там, где дети у нас проживали в интернатах, для того, чтобы, соответственно, значит, и они безопасно уехали и безопасно вернулись к своему месту жительства.